Всем привет! В этом видео поговорим о том, как группа ГАЗ разработала новые модели городских автобусов. Группа ГАЗ в ходе проходящей в Москве международной выставки Комтранс-2021 презентовала линейку новых высокоэкологичных городских автобусов CityMax. Это новое поколение автобусов и электробусов, созданных на единой унифицированной платформе, предусматривающее создание моделей общественного транспорта, работающих на дизельном, газовом, электрическом и водородном двигателе. ГАЗ представила новый электробус большого класса CityMax 12, рассчитанного на перевозку 85 пассажиров, а также дизельный автобус среднего класса CityMax 9 с мотором, который потребляет топливо нового экологического стандарта Евро-6. Данный автобус способен перевозить до 73 пассажиров. Новая техника будет востребована на городских маршрутах с высоким пассажиропотоком. Запас хода нового электробуса CityMax 12 без подзарядки составляет 200 км. Он способен заряжаться на ультрабыстрой зарядке за 1,5 часа. Обе представленные модели будут отличаться повышенным уровнем комфорта для пассажиров. Они оснащены более широкими дверными проемами, обеспечивающими быстрый вход и выход из салона автобуса. Этому способствует также низкий пол, отсутствие ступенек и система клининг, позволяющая наклонять автобус под небольшим углом для облегчения посадки в салон. Двери автобуса имеют светодиодную подсветку, информирующую пассажиров о закрытии дверей автобуса. В салоне автобусов имеются несколько кнопок для оперативной связи пассажиров с водителем. Все автобусы нового поколения CityMax оснащаются большим количеством электронных помощников, включая оповещение для водителей о наличии препятствий на дороге, контроль слепых зон, контроль удержания автобуса в полосе движения, электронную систему распознавания дорожных знаков. Автобусы CityMax также имеют адаптивное освещение и осуществляют контроль за состоянием водителя и его утомляемостью. Новые автобусы, помимо наличия большого количества USB-разъемов, оснащаются Wi-Fi-роутерами для предоставления услуг интернет-связи пассажирам. За создание комфортного микроклимата отвечает современная система кондиционирования, состоящая из двухзонного климат-контроля и нескольких воздуховодов. Кузов моделей ГАЗ CityMax производится с использованием высокопрочной стали и композитных материалов, не подверженных коррозии, которые позволили добиться существенного снижения веса и сокращения расхода топлива и энергопотребления.